Сегодня у мэра Красноярска появились два новых заместителя. На место Олега Якубовича, который накануне был уволен по собственному желанию, новым руководителем департамента транспорта назначен Сергей Скибук. 11 лет он занимал должность генерального директора открытого акционерного общества «Красноярскнефтепродукт», а в последнее время работал советником губернатора Красноярского края. И сегодня назначен еще один новый заместитель мэра и руководитель департамента городского хозяйства. Им стал Олег Гончаров. До последнего времени он был исполняющим обязанности главы департамента городского хозяйства, а еще до этого работал заместителем руководителя этого ведомства.